Ситуація в департаменті, ну, просто хаос. Ну. Чому не скажете, що сьогодні на утро давали в скору допомогу тільки 8 ліжок, щоб прийняти лікарню в місті? І що? І говорять, давайте ми вас будемо лічити по телефону, да їм кислород нужен, дышать нужно чем-то. И то, что вы говорите, мы в будущем будем делать, да все это херня. А херню это вы сейчас городите, вот, потому что никаких нету абсолютно конкретных примеров, которые бы говорили о том, что у нас в департаменте хаос. Конкретные, прошу, примеры. О том, что вы говорите сейчас, что у нас недостаточно кроватей, да. О том, что у нас стены пошарпанные, да. Что вы делали 5 лет? Что вы конкретно делали 5 лет для того, чтобы была другая ситуация? Ни хера не делали вместе с Булохом на пару. Какой? Самой натуральной болтовней занимаетесь. Слушайте, постоянно. Ничего не принимаете, ни хера вы не делаете. Что не тащите? Что не тащите? Ничего не принимаете. Ничего не принимаете. Абсолютно. Какой хаос? Конкретно. Конкретно. Какой хаос? Какой хаос? Какие претензии к работе департамента вообще? Врачи где? Врачи где? Врачи где? Ничего нету. Кто сделал хотя бы одну? Кто делал? Да вы делаете. Вы уже год на этом месте. Херней занимаетесь. Болтологией здесь 5 лет ни хера не делали. Лично вы 5 лет ничего не делали. Хочу напомнить нашему губернатору, что тут не КВН, не там голубой огонек и не шоу какое-то. Спасибо. Зараз, говорю, наберите повітря в легені. Заспокойтесь.